Первый матч нового сезона по хоккею пройдет в Ледовом дворце в предстоящую среду, 5 октября. В рамках розыгрыша Кубка Латвии Даугавпилс ЛДЗ Карга проведет ответный матч против Валмиры. На выезде встреча этих двух принципиальных соперников завершилась поражением даугавпилчан со счетом 2-3. Кроме того, так же, как и год назад, на выезде хозяева льда вновь отправили на больничную койку нескольких ведущих игроков нашей команды. И многие до сих пор не оправились от полученных травм. Так что в ответной игре выступят прежде всего юные воспитанники спортшколы. Будем стараться, скажем так, показать все, что мы можем на данный момент. Состав будет еще в ближайший месяц меняться, потому что я думаю, что пару человек, по работе, по семейным обстоятельствам не смогут играть за нас. Поэтому ищем им замену. И это не считая травмированных лидеров Андрея Кондровского-Кудрявского, Евгения Моисеева, Павла Висволдеса Мацкевича Манько, Рената Бабишевича, который, возможно, уже появится на льду в кубковой игре. Так что в первых встречах команде будет ох, как нелегко. На кубок выигрывать мы будем, конечно. Но регламент на данный момент по положению составлен очень непонятно. И будет ли третья игра? Или тут все будет считать по шайбам? Этого никто понять пока не может. И в такой непростой ситуации нашим игрокам очень нужна поддержка своих болельщиков. Так что Даугавпилс ЛДЗ Карга ждет вас на открытии сезона 5 октября в 18 часов на встрече против Валмиры. А уже в воскресенье 9 октября в Ледовом дворце пройдет первая игра первой латвийской лиги. Нашим соперником станет Юрмала. Начало матча в 15 часов.